Всем привет! Сегодняшняя посылочка рассчитана на рыбаков, поэтому если вы не рыбак или не рыбачка и в вашей семье таковых нету, то в принципе смотреть это видео, думаю, не обязательно. В этой посылочке должно быть 10 маленьких воблеров, заказывал как бы я для товарища. Товарищ попросил, я заказал, цена вот этого всего дела $5.97 на момент покупки. Оплата была 20.11.14. Сегодня 23.12.14. Посылочка получена. Так, ну, может даже без ножа справимся. Да, давайте без ножек. Так. Ой, какие они малюпусенькие. Вот такие вот маленькие воблерочки. Я так понял, в каждой запакован кулечек. Ага, вот так вот даже, да? Круто. Так, ладно. Считаем раз. Запаковано очень похабно. То есть, называется, что попало. Два. Эти вдвоем даже сцепились. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, такая ерунда, скажем так. Нет, Мася, это не игрушки, это рыбку ловить снасти. Не хочет фокусироваться. Вот. Вот такая штучечка. Внутри шарик. То есть, в принципе, вся эта ерунда, вот эта вот, она продается у нас на рынках, в рыбацких магазинах. Точно так же заказывается все из Китая. Делается там наценочка хорошая. То есть, я думаю, вот такая вот ерунда у нас будет стоить одна, ну, я думаю, доллара 2-3, если не больше. Там вот это вот 10 штук за $6 получилось. Доехали за месяц. То есть, как бы, проблем нету никаких. Так что, граждане, рыбаки и рыбачки, кто увлекается этим делом, советую посмотреть на вот такие вот мелочи в Китае. Думаю, значительно дешевле вам обойдется все это дело, чем покупать это у нас. Ну, конечно, если время вас не поджимает, а вам не нужно срочно завтра ехать на рыбалку, снастей нет. То есть, как-то вот так вот. Да, ежик, только там как крючок. Сейчас все в палец засандалишь? Нет. Не? Колючий. Оп, колюч. Не, мне не колюч. Нет, не колюч. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы, подписывайтесь. Пока.